военнослужащий погранвойск Украины Сергей Сергеев, перешедший на сторону ЛНР, обратился к ОБСЕ и другим международным организациям по защите прав человека из-за давления на его родственников со стороны киевских силовиков, сообщает Луганский информационный центр. После моего видеообращения о моем переходе на сторону Луганской Народной Республики в адрес моих родителей и близких родственников со стороны сотрудников спецслужб было оказано давление, заявил Сергей Сергеев. В настоящее время родители Сергеева проживают на территории Западной Украины, в станице Луганской. Прошу всех, кто может оказать помощь или влияние на украинские спецслужбы или ВСУ, помогите моим родителям и близким родственникам, обратился к международным организациям Сергеев. Ранее сообщалось, что 6 военнослужащих ВСУ только за один день перешли на сторону ЛНР, среди которых был старшина пограничной службы Украины Сергей Сергеев. Киевские власти заявили, что он, якобы, не служит в погранвойсках Украины. Однако Сергеев опроверг их заявление, предоставив военное удостоверение.